Добро пожаловать на канал Олена Волдрон USA. У нас сегодня закупочка на неделю. Обзор покупок. Куплено через интернет. Магазин Publix. Это Флорида, Америка. Заказываем, так как у нас машины нет, мы заказываем через интернет. Этот раз так удивительно, они принесли чек. Вроде бы никогда не давали чек, а этот раз чек принесли. Так что в конце видео я вам уже могу показать чек и сколько что стоит. Сейчас вот, смотрите, елочку мы еще не украсили. Вчера только поставили, а сегодня, видите, уже еды нет. Заказали еду, я там свои дела делала, ну. Дело такое называется, стариковское уже. За один день мы не можем украсить красиво дом. Ну, начинаем. Так. Приступаю. Это булочки мы такие берем. Это, может, $5. Они уже изначально готовые. Ну, нужно допечь, чтобы была золотая корочка. Вкусненькая. Потом сало. Здесь цена указана. 5,88. Но только жаль, что нету шкурки. Вот я не знаю, почему они продают без шкурки. Да, она тут твердая у них. Но все время, в принципе, я люблю шкурочку. Я все равно готовлю сало. Сырое я не кушаю. Здесь я сырое не ем. Бекон какой-то. Может, $5-6. Ну, как вы знаете, все уже потихонечку дорожает. Вот смотрите, эти крылышки $8. Это же надо так вот. Потом вот такой кусочек говядины. 16,23. За полкило $6.49. Так. И фарш 5.21. Вроде бы так и неплохо, но, наверное, там жира много. Вот такие вот. Это не котлеты, это делать гамбургеры. Хэмбургеры. 5.24. И яички обычные, белые. Там что, 2 с чем-то. Недорогие эти яйца. Не органик. Грибочки потом в конце видео можем увидеть. Сметанка где-то $2. Помидорчики. Вот. Медленно варки буду готовить этот кусок говядины с овощами. Надеюсь, вкусно будет. Так, лук. Ну, лук, наверное, 70 чем-то центов полкило. Потом это сыну в школу перекус какой-то такой. Это бары. Вот это рисовая каша, пудинги. А это просто желе. Ванильная, шоколадная. Обычная мука. Это гренки. Это картошка. Это сосиски. Ну, там сосыч. Это не хот-дог, а именно сосыч. Бананчики, они здесь везде одинаковая цена. Считаешь, это $8. Мое личное. Но просила мужа другие купить, он купил. Я эти не люблю. Они плохие. Мне не нравятся. Потом это чипсы.
Это крекерсы, очень вкусные крекерсы, как чипсы. Два яблочка желтеньких. У них очень дорого яблоки эти стоят. Так покупаем так понемногу. Если я вот еду в фермерский магазин, там можно и дешевле купить, и они вообще такие вкусные. Это то ли $5, смотрите, заказал. Я говорю, закажи несколько, чтобы разных видов было. Заказал. Такая наш маленькая баночка $5. Ух, и помытая, и вычищена. Ну зачем нам это? Мы же дома сидим. Можем и сами все сделать, пожалуйста. Это так, кто работает. Ой, так что прежде чем что-то муж заказывает, мне надо перепроверять. Потом тут кота еда. Может, 70 чем-то центов стоит баночка. Это вермишель с сыром. Ну, муж покупает и думает, тут мы так его любим. Уже надоело. Если честно, нам уже не нравится с сыном. Это замороженная еда. Это свинина. А это вот митболы. Ну, в принципе, вкусненькие. Вот это митболы вкусные. А вот это я даже не знаю, что это за... Что зря. Но это, наверное, будет муж есть, если он заказал. Так. А это курица. Я такие покупала раньше по-киевски. Так и написано, что-то было Киев. Не было. Это надо в магазин самой ехать и смотреть. А в интернете только выложено было несколько видов со шпинатом, но мы взяли с брокколи. Покупаешь одну, одну бесплатно. И сыр, и, наверное, хэм там. Да, хэм. Вот это я, конечно, мне это не будет нравиться. Может, это будет муж. А он такой, а я это не буду есть. Это для тебя. Я говорю, уж извини, я это так точно не буду есть. Ой, все время бурчимся друг с другом. И это, ну, покупаешь одну бесплатно. Это тесто буду делать круассанчики. Когда-то доллар чем-то стоило, а сейчас, наверное, уже два. И также вот такие бисквиты. С него можно потом пирожки делать. Вот, я и с этого делала. Мне даже с этого больше понравились, с творогом. И можно туда эту сосиску еще положить, тоже вкусненько. Ну, это он сам себе что-то заказал. Я как-то вот это не очень большой любитель какой-то еды. Уже на второй раз, когда готовишь, вот, она и не полезная, неправильная. Ну, муж любит. Ладно, пускай ест. Я, конечно. Это такие штрудели. Ну, вкусненькие, яблочные. Это мороженое. Дорогое это мороженое. Не знаю, он подумал, что оно мне нравится. Я говорю, ты ошибаешься. Оно сладкое, вообще очень сладкий этот шоколад. Я, если и ем, то такие маленькие. Этот раз он что-то взял полностью шоколадное. Ну, посмотрим, попробуем полностью шоколадное. А то бывает карамельное и шоколадное. Потом пицца. Может, $5, не знаю. Ну, наверное, что зря. Потом уже я попробовала. Не могла не попробовать. Кажется, $16 20 штук. Дороговато. Ну, быстро. Они свежайшие, вкусные, хрустящие. Крылышки куриные. Потом, ну, видите, вот смотрите, если такие продаются, вот, $8, да? $8. Сейчас посчитаю, сколько их тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. И $8. Так, пожалуйста, вот
свежие 20 штук и $16. Это даже очень хорошая цена. Потом хлеб, наверное, где-то $5. И булочки. Я не знаю, сколько они. Хавайские. Kings Hawaiian. Сладенькие. Сейчас я теперь вроде бы все показала. А, нет, не все показала. Это лимонад уже у нас был. Арбуз вроде бы $5. И картошка где-то так. Сейчас чек покажу. А, и водичка. Две упаковки воды в гараже. Вот магазин Publix. Город Сарасота. И все. Можете остановить и посмотреть, что сколько стоит. $1.52 банана. Вот. Угу. 3.69, что ли, эти гренки. Думаю, что ну, дороговато. Все-таки все вот. Каша моя рисовая 2.79. И также пудинги. Молоко 4.39. Вот. 241. 21. Все, мои хорошие. Спасибо огромное за просмотр. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Будьте здоровы!